Про родные края, казачью жизнь, леса и степи. Репертуар ансамбля «Станица» обширен. Вот уже 15 лет они доказывают ценителям народного творчества уровень своего мастерства. А совсем скоро порадуют зрителя очередным концертом. Вообще этот год для нашего коллектива юбилейный. Нам 15 лет. Это первое. Второе, значит, мы посвящаем свой концерт 110-й годовщине со дня рождения казачьего писателя Михаила Шолохова. Также исполнилось вот в сентябре месяце 350 лет Селенгинскому острогу. Многочисленные победы на фестивалях, озорство, пронзительность голосов и энергичность движений. Все это про ансамбль «Станица». Люди, приходящие к нам на концерт, говорят, что мы заряжаемся такой энергией, что как бы нельзя там получить где-то в другом месте и что такое. Но от нас, от самих, идет такая энергия. Прием и прием, можно так сказать. Почувствовать энергетику ансамбля можно будет 8 ноября в культурно-досуговом центре «Рассвет». Цена билета 150 рублей. Елена Темникова, Булат Бадмаев. Новости дня.